Магазин открылся уже совсем недавно, уже почти как 10 дней. У меня прям такие ощущения, то, что, оказывается, зря боялась. Я готова дальше развиваться, знать, изучать этот рынок. Меня зовут Джилдис. Я занимаюсь продажами одежды для новорожденных. Этим я занялась уже полтора года. Начинала это дело с Москвы, когда я жила в Москве. Идея пришла тогда, когда родились мои племянницы, двойняшки. И мне, как тете, хотелось им подарить, сделать подарок в виде конвертов, конвертную выписку. Не смогла найти то, что мне хотелось бы. Либо они были очень дорогими, либо не такими, какими я бы хотела видеть. Следующим толчком стала моя третья беременность, третьи роды. И столкнулась с тем, что у нас здесь на рынке, оказывается, нет готовых сумок для роддома. То есть нужно было искать, идти куда-то на рынок, что-то для мамочки, для ребенка. В таком положении хочется, чтобы все было удобно, компактно. И вот пришла идея продавать эти сумки. Я написала пост, какие необходимости, какие принадлежности должны быть в этой сумке. И после этого поехало. Ну, не сразу, конечно. Так как я прожила 10 лет в Москве, для меня именно рынок Кыргызстана был каким-то народным, чужим. То есть я много чего не понимала. Случайно столкнулась именно в Фейсбуке, прочитала пост, то, что есть проект «Мигранты Штерк». Проект для тех, которые когда-то работали за рубежом, для тех, которые хотели бы открыть свое дело в Кыргызстане. Как заниматься маркетингом, как правильно искать целевую аудиторию. Очень крутых спикеров было много, интересных. Это люди не просто как пришли и там рассказали, это те люди, у которых на практике, то есть те, которые занимаются бизнесом. И прям именно этот проект, получается, сподвинул открыть магазин. А до этого работал как интернет-магазин.